Ну, когда терпишь поражение, наверное, не удовлетворен в первую очередь результатом, потому что, вы сами знаете, наверное, для факела, для нас в данной ситуации за там, 3 тура до конца очки нужны, они решают свои задачи, мы свои, да, ну, поэтому по игре можно сказать, что боевая игра, много единоборств, но по игре мы результатами удовлетворены, а так, по содержанию, ну, можно сказать, где-то мы проиграли, особенно при стандартных положениях, что и вылилось в мяч, ну, и не было должной, наверное, остроты, впереди были подходы, но когда ты в створ ворот по нашему усмотрению не попадаешь, ноль вроде бы ни разу мы не попали в створ ворот, ну, тяжело рассчитывать на положительный результат. Владимир Ильич, по персоналиям, Наиль Замалиев перешел к вам, имея действующий контракт с «Факелом». Он для вас определяющий игрок? Системообразующий игрок, да. Сегодня опорник, сегодня хорошо сыграл. Я говорю, могу сказать, что на должном уровне. И второй вопрос. Виктор Свежов, тоже поигравший в Воронеже, сегодня получил больше игрового времени. Вы рассчитывали на то, что он на стадионе, который знаком проявится? Надеялись, да, и старались. Я еще раз говорю, по самодаче могу сказать, что, наверное, претензий нет. Но еще раз повторюсь, и про Свежова, да, хотелось бы побольше от него активности, наверное, ударов в створ ворот, как бы, ну, больше, наверное, от нападающих, чтобы они реализовывали те, наверное, немногочисленные моменты или подходы, которые у нас были. А так, по этим двум футболистам, они системообразующие игроки.